Здравствуйте, дорогие девятиклассники! С вами снова я, Анна Радиковна Бадалян, и мы начинаем с вами еще один урок по английскому языку. Сегодня мы с вами поговорим о второй части основного государственного экзамена по английскому языку – устной речи. По-другому называется говорение. Экзамен говорения сдается в другой день. Вы приходите точно так же на пункт проведения экзамена, заполняете бланк регистрации, но у вас не будет контрольно-измерительного материала. Почему? Потому что все задания у вас будут идти исключительно с компьютера. Задание, экзамен по устной речи состоит из трех частей – чтение, вопросы и монологическое высказывание. Сегодня мы с вами подробно поговорим о чтении и об ответах на вопросы. Задание по чтению – это текст научно-публицистического содержания, который состоит из 110, приблизительно 120 слов. На подготовку вам дается 1,5 минуты, а сам экзамен длится всего 2 минуты. За эти 2 минуты, ребята, вам нужно показать хорошее владение правилами чтения. Помните, ребята, что в тексте могут встречаться даты, цифры, имена собственные, географические названия. И засчитывается, ребята, последний вариант, который вы произнесете. Конечно же, не исключено, что вы можете ошибиться, но вы также можете исправить свою ошибку. Но помните, повторяю еще раз, засчитывается последний вариант. Даже если вы с правильного исправите на неправильное. Чтобы правильно прочитать слово, помните, ребята, что неправильное произнесение некоторых звуков приводит к искажению смысла. Например, звук «с» и звук «з» очень часто путают со согласными «з» и «с». А посмотрите на примеры слова «think» – «думать» и «sink» – «раковина». Диаметрально противоположное значение. Точно так же, ребята, очень часто встречаются ошибки с произношением согласных «ва» и «ва». Давайте потренируемся произносить их. Как будто вы произносите слово «ура», вытяните звук губки вперед и резко улыбнитесь. «Ва, ва, ва». А звук «ва» вам нужно прикусить нижнюю губу. «Ва» у нас получится «very well». Попробуйте еще раз. Иногда ребята путают гласные звуки «о» и «эр». Это тоже приводит к искажению смысла, ребята. Посмотрите, пожалуйста, на примеры, которые я привела вам на слайде. Walk и work. Form и firm. Также очень часто встречаются ошибки, когда ребята упускают соединительный звук r. Такой звук получается, когда слово заканчивается на r или re, а следующее слово начинается с гласной буквы. Например, where is, there are, color is, color of. Учтите все эти нюансы, ребята. На слайде вы видите текст, который может кому-то попадется на экзамене, потому что я его взяла с открытого банка заданий на сайте FIPI. Помните, когда мы говорили с вами о письме, я рекомендовала вам именно этот сайт. На этом сайте самая достоверная информация, потому что это сайт официальный. Итак, ребята, когда вы получаете задание на экране, в первую очередь успокойтесь. Пробегитесь глазами по тексту и вычлените даты, цифры и слова, которые начинаются с заглавной буквы. Это могут быть, конечно же, первое слово в предложении, также имена собственные и географические названия. Произнесите их отдельно, каждое слово, а потом прочитайте весь текст не глазами, а именно вслух. Вам разрешено шептать, это называется разгоняться перед ответом. Посмотрите, как это делаю я. Меня не слышно, но тем не менее я проговариваю каждое слово. А теперь, ребята, послушайте, как бы я прочитала этот текст.
Table tennis is the third most played sport in the world after football and cricket. It is considerable to be an indoor version of lawn tennis. However, they have a lot of differences. Table tennis has a different scoring system, a smaller ball, a smaller racket, and a smaller playing area. Modern table tennis was invented at the end of the 19th century in England. Very soon, the new sport became popular all over the world. In 1901, competitions with over 300 participants were already being held. According to numerous studies, table tennis has great effects on human health. It keeps the brain sharp and improves the player's coordination. Since 1988, table tennis has been an Olympic sport. Цветным шрифтом, ребята, у меня выделены на слайде слова, которые могут вызвать затруднения. Посмотрите на них внимательно. Еще хотела бы обратить ваше внимание на интонацию. Вводные слова, как, например, however, выделяются повышенной интонацией. However, they have a lot of differences. Интонация вниз в конце предложения. Ребята, следуйте моим рекомендациям, и у вас все получится. Следующее задание – это ответы на вопросы. Ребят, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь задумывались, сколько вы вопросов задаете в день? Психологи и ученые подсчитали, что человек за один день задает 144-145 вопросов. А нам во время экзамена нужно ответить всего лишь на 6. Диалог у вас будет с Electronic Assistant, с электронным ассистентом. Ребята, мы не можем назвать его собеседником, потому что у нас нет обратной связи. Итак, задание номер 2 – это условный диалог-расспрос. Он включает в себя 6 вопросов, которые объединены одной темой. Вам нужно правильно давать ответы на запрашиваемую информацию и отвечать на них, уметь отвечать на разные типы вопросов. Также вам нужно уметь выражать свое мнение и отношение к теме обсуждения. Точно и правильно употреблять грамматические конструкции. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Сегодня, ребята, роль электронного ассистента буду исполнять для вас я. Hello, is the electronic assistant of the new library. We kindly ask you to take part in our survey. We need to find out how people feel about reading books. Please answer the 6 questions. The survey is anonymous. You don't have to give your name. So, let's get started. Ребята, жирным шрифтом я выделила для вас общую тему сегодняшней нашей беседы с Electronic Assistant. Но еще желтым шрифтом, ребята, я выделила, что говорит электронный ассистент по поводу анонимного ответа. Имейте в виду, что анонимный ответ обязателен, иначе ваш ответ может быть не засчитан. You don't have to give your name. Be attentive, please. What books do you prefer to read? Время пошло. Ребята, на подготовку к ответу вам дается 40 секунд. Но это совершенно не значит, что вы все 40 секунд должны говорить. Вы должны четко давать ответ, можно даже одним предложением. Посмотрите, какое предложение предлагаю вам я. I prefer to read fantasy. Я предпочитаю читать фэнтези. Скажите, пожалуйста, дан ответ на вопрос? Да, конечно. Спрашиваются о предпочтениях. Мы ответили о предпочтениях. Второй вопрос. What is your favorite writer? Время пошло. Ребята, я рекомендую вам сначала обдумать вопрос и пользоваться именно той структурой, которую вы услышали в вопросе. My favorite writer is... Смотрите внимательно, послушайте внимательно. Writer is... Linking R. Joanne Rowling. Следующий вопрос. How often do you borrow books from the library? Ребята, этот вопрос переводится. Как часто вы берете книги в библиотеке? Я... Могу предположить, что не все из вас знают слово borrow.
Не все слова вам могут быть знакомы во время экзамена. К сожалению, такое случается. Так, в этом случае, ребята, вы можете сказать прямо в запись «I don't know», честно, либо промолчать. Посмотрите, какой ответ предлагаю на этот вопрос вам я. I borrow books from the library 2 times a month. 2 times a month мы можем также заменить синонимом twice a month. Грамматически структура будет верна. К следующему вопросу переходим. Why do teenagers use libraries less nowadays than they used to? Ребята, посмотрите, слово used to бывало ранее. Если вы сможете заменить эту конструкцию глаголом past simple, вы не совершите ошибку. Teenagers use libraries less nowadays because they read books online. Современный ответ. Do you prefer e-books or printed books? Why? Ребята, помните, мы с вами говорили об уточняющих деталях в письме? Оказывается, в ответах на вопросы в диалоге с Electronic Assistant у нас также встречаются уточняющие детали, и нам обязательно нужно на них отреагировать. I prefer e-books because they are convenient to use. Ответ получили? Why? Конечно же, получили. Because they are convenient to use. Потому что их легко использовать. Следующий вопрос. What books would you recommend your friends to read on holiday? Какие книги вы бы порекомендовали вашим друзьям прочитать на каникулах? Ребята, посмотрите, пожалуйста, внимательно на эту конструкцию. Would you recommend? Вы бы порекомендовали своим друзьям. Конструкция, которая выражает ваш совет, либо же ваше отношение. Я рекомендую вам очень, ребята, использовать эту конструкцию в ответе, чтобы не запутаться. I would recommend them a book about Harry Potter. Would recommend them. Я бы порекомендовал им. Мы слово your friends заменили словом местоимением them, им. Завершающая фраза будет, ребята, за Electronic Assistant. That is the end of the survey. Thank you very much for your cooperation. Ваш ответ в задании номер 2 окончен, но это не означает, что вы полностью закончили сдавать экзамен по говорению. Итак, ребята, мои рекомендации. Помните, что вам необходимо отвечать одним полным предложением на поставленный вопрос. Если у вас вопрос вдруг звучит «How old are you?» – «Сколько вам лет?» и вы ответите «16», ваш ответ не зачтется. Вам необходимо отвечать полным предложением «I am 16». Если у вас общий вопрос «Do you like reading?» и вы ответите «Yes» или просто «No», ваш ответ тоже не зачтется, потому что именно в говорении во втором задании проверяются навыки, как вы поняли и как вы сумели ответить на вопрос. Поэтому правильным ответом на этот вопрос будет «Yes, I do. I like reading very much». Соблюдайте грамматические правила. Ребята, я убедительно рекомендую вам. Используйте ту конструкцию грамматическую, которую вы слышите в вопросе. Тогда вы точно не запутаетесь. Уточняющие детали. Ребята, помните о таких вопросах, как why, when, where. На них вам обязательно нужно ответить, иначе ваш ответ будет неполным и неточным. И это приведет к снижению ваших баллов. Напоминаю, засчитывается последний вариант. Это в том случае, если вы вдруг ошиблись или захотели просто прочитать слово по-другому. Или слово, или выражение. Будет засчитан последний вариант, даже если вы с правильного исправили на неправильное. Один правильный ответ – это 1 балл. Спасибо большое за внимание, ребята. До встречи в следующий раз.